Сегодня в Германии должен начаться судебный процесс над бывшим членом СС, служившим в годы Второй мировой войны охранником в Освенциме. 94-летний Райнгольд Ганинг обвиняется в причастности к убийству не менее 170 тысяч человек. По версии следствия, именно он занимался распределением заключенных и решал, кого отправить на принудительные работы, а кого в газовую камеру. Кроме того, в конце февраля, как ожидается, перед судом предстанет еще один бывший сержант СС, 95-летний Губерт Завке, работавший в лагере санитаром. Ему также предъявлены обвинения в соучастии в массовых убийствах. В последнее время в Германии дела бывших эсэсовцев все чаще доходят до суда. В прошлом году к 4 годам заключения был приговорен Оскар Грёнин, которого в прессе окрестили бухгалтером из Освенцима.